Всем привет, это канал Папа Может. До Нового года остались считанные дни. И если вы не поставили елку, то этот выпуск специально для вас. А сегодня я покажу, какую красавицу можно сделать из подручных материалов. Итак, первая елочка. Я заранее сделал из проволоки вот такую спираль. И обмотаем ее мишурой. Мишуру закрепляем медной проволокой. Лишнее отрезаем. На концы проволоки прикрепим игрушки. Вот такая вот елка получилась. А мы переходим к елочке номер два. Из проволоки я скрутил вот такие вот кольца, и так же, как на первой елке, обмотаем их мишурой. Соединяем кольца леской на одинаковом расстоянии друг от друга. И точно так же симметрично сделаем с четырех сторон. Вот такая красавица получилась, и осталось ее нарядить, а наряжать мы будем так же, как и первую елку. Вот такая вот красотка получилась, а в завершении мы сделаем елку-невидимку. Нам понадобится картон и много елочных игрушек. Циркулем начертим 4 круга на одинаковом друг от друга расстоянии. Шилом проделываем отверстия, так как показано на видео. Должно получиться вот так. В отверстие продеваем леску и фиксируем ее к картону при помощи клеевого пистолета. Теперь к каждой леске привязываем елочную игрушку. Вот такая елка-невидимка получилась. А чтобы сравнить все три красавицы вместе, досмотрите видео до конца. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какая идея понравилась больше. Поддержите нас лайком. Всех с наступающими праздниками. И до новых встреч в следующем году.